Я решил поделиться тем, как начинается мой день. Все начинается, конечно, проще. Все начинается с того, что я просыпаюсь на диване на каком-нибудь, делаю какие-то эдиты. А для вечеринки специально сегодняшней в Гибсоне. Сегодня, во всяком случае, я дико подготовился, потому что мне в последнее время начало. Люди приходят такие унылые и не знают, такое ощущение, что они не знают, зачем пришли вообще в бар. Далее, мы собираем весь наш аппарат, который находится. В сумке у меня всякое говно, которое понадобится мне сегодня для выступления. Вы можете посмотреть, что у меня находится в сумке. У меня находится в сумке полнейшего дерьминца, всякие шнуры, коммутация, полно всякого дерьма. Даже есть, между прочим, ребята, есть, между прочим, даже вы очиститель. И более того, я скажу, что у меня есть вазелин, блять. Сегодня мы будем выбирать королеву рока, мать ее. Так что оставайся с нами, оставайся здесь, не переключайся. Дальше будет только интереснее. Я думал, припев уже. Не, я даже не знаю.